приехали. Так, можно подписывать, да? Я в банк точно. Снимите, я говорю. Привет. Чтобы узнать. Да, ага. Так. Большое спасибо, Дмитрий Яковлевич, за то, что пригласили на презентацию вашей новой книги. Мы знакомы уже 20 лет. Я с удовольствием всегда читаю ваши исследования. Вот эта книга, она называется «Почему Россия отстала?» со знаком вопроса. А есть ли в ней ответ, который вы можете кратко сформулировать? Не совсем так. Я исследую в этой книге несколько веков развития нашей страны на фоне других европейских стран, но это в основном позднее средневековье, начало нового времени. И почему мы начали отставать в то время, я действительно здесь говорю об этом. Это связано и с незащищенностью собственности, это связано с набегами, которые были и до татаро-монгольского ига, и во время его. Это очень серьезная проблема, от которой западные и центральноевропейские страны освободились раньше. Я в этой книге пишу и о собственно-экономическом развитии и стараюсь показать, какие европейские регионы были более динамичны в ту эпоху, какие менее динамичны. Показываю, что наша страна, наряду со многими окраинными европейскими народами, были, конечно, не слишком динамичны в то время. Но это еще не ответ на вопрос, почему мы сегодня отстаем. Для ответа на этот вопрос надо говорить о более поздней эпохе, надо исследовать еще многое, что в эту книгу не вошло, и что я так или иначе исследовал в своих докладах, сделанных для Центра исследований модернизации Европейского университета. Надеюсь, эти доклады, дополненные, переработанные, войдут в мои следующие книги, и читатель сможет с ними также познакомиться. Вот эта книга, она представляет собой такой исторический экскурс развития России, отставания России от лидирующих стран. Можно ли сказать, что отставание это хроническое? Это отставание длительное. Действительно, началось оно вот в те годы, о которых я пишу в этой книге. То есть проблемы, с которыми Россия сталкивалась, допустим, в петровские времена или в годы революции 17-го года, в известной степени, только в известной степени, предопределялись предшествующим нашим историческим путем. Но с другой стороны, и в петровские времена, и в революционные годы были новые проблемы, которые возникали тогда. Иногда они были спровоцированы старыми проблемами, иногда возникали на новом месте. Так что ответ на вопрос, почему Россия отстала, требует, с моей точки зрения, долгого, глубокого изучения, серьезного анализа всего российского исторического пути. И краткие ответы на этот вопрос, к сожалению, как правило, бывают неверными. Вот вы теоретик, ученый-теоретик, сейчас занимаетесь такой новой дисциплиной, как историческая социология. А я, в общем, социолог-практик. И у меня такой практический вопрос, применимый к вашему универсальному вопросу, почему Россия отстала? Вот почему Россия отстала, скажем, в вопросах вакцинации населения? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что здесь надо быть не только социологом, а я все-таки не социолог, я занимаюсь исторической социологией, но экономист по своей ученой степени. А говорить о вакцинации надо, конечно, прежде всего, исходя из медицинских аспектов проблемы. Но на некоторые аспекты этого вопроса, думаю, ответить можно. С моей точки зрения, в нежелании вакцинироваться проявляется частично поведение традиционного общества. Наша страна модернизируется, но она не стала еще совершенно модернизированным обществом, преодолевшим традицию. А поведение человека традиционного общества состоит в том, что все новое он не принимает, причем не потому, что он не принимает, поразмышляв. Часто даже не размышляет. Просто человек живет по привычке, так, как он жил раньше, как жили отцы и деды. Если вдруг ему государство или пресса, или кто-то еще говорит, что надо срочно сделать что-то принципиально новое, он поопасывается и стремится по возможности от этого уклониться, если его не заставляют. Мне представляется, что поведение очень многих людей в нашей стране
связано именно с тем, что они предпочитают жить как-то вот так по старинке, по традиции, считая, что ну, либо авось принесет, либо если не принесет, то ну, все от Бога. Вот как-то так. Вот если цифровизация является одним из элементов модернизации общества и экономики, то как вы относитесь вот к этим законодательным инициативам правительства о введении QR-кода для посещения общественных мест и транспорта? Мне они не нравятся, но я не хотел бы сейчас их осуждать. Подобного опыта никогда не было. Сказать, поможет ли это для преодоления эпидемии или нет, сегодня никто не способен. Я подчеркиваю, мне они не нравятся, но я как законопослушный гражданин буду соблюдать все требования, и сейчас, собственно, соблюдаю все требования, которые у нас появляются. Но как человек, как обществовед, вы не боитесь, что эти меры приведут к медленному сползанию, трансформации общества в такой цифровой, тоталитарный, ну, в кавычках, концлагерь? Я думаю, что если мы будем отходить от демократии в сторону авторитаризма и тоталитаризма, то это прежде всего будет происходить не на основе цифровизации. Цифровизация только помогает это дело как-то организовать. А принципиально те решения, которые принимают власти. Если они захотят сделать наше общество более авторитарным, чем сейчас, то, конечно, цифровизация может помочь в этом. Если не захотят, то цифровизация будет служить скорее на благо общества, чем мешать его развитию. Большое спасибо. Пожалуйста. Вот вы уже прочитали их книгу, Дмитрий Яковлевич? Я знакомлюсь. Но, насколько я понимаю, основой послужили публикации, которые в 2013-2015 годах размещались в журнале «Звезда». Они стали основой этой книги. Ну, а вот как бы лично вы еще не прочитали это? Нет. Как бы лично вы априори вот ответили на этот вопрос, почему Россия отстала? Ну, возможно, наша цивилизация развивается несколько в ином измерении. Значит, можно говорить, что Россия отстает? Объективно, да. Вот мы сегодня пришли на презентацию новой книги Дмитрия Яковлевича Травина «Почему Россия отстала?». А вот как бы вы, так сказать, еще до презентации сами вот ответили на этот вопрос? Здесь очень много причин, но если коротко сказать, то она должна была отстать, по моему разумению, потому что в 91-м году мы перешли из тоталитарного режима, хоть и ослабленного к тому времени, но все-таки тоталитарного режима, в другое состояние, в другое государственное устройство. И многие хотели бы, чтобы мы сразу перепрыгнули в демократию. Так не бывает. Это не прыжки с разбегу в длину или в высоту. Поэтому невозможно прыгнуть сразу в Швейцарию, там, скажем, или в Данию, там, ну, все-таки 30 лет прошло. А вы знаете, ведь если мы вспомним самые первые вот такие страны, ну, например, Великобританию, да, который был парламент, один из первых в мире после датского. Так вот, у них несколько столетий на это ушло. Ну, что говорить, и даже если мы вспомним выборы, которые были в европейских, крупнейших европейских странах, в том числе, кстати, в Британии и во Франции, если не ошибаюсь, то там только мужчины, по-моему, голосовали, а женщины, например, не голосовали. Было только участие в голосовании было допущено только по имущественному цензу. Да, вот Дмитрий Яковлевич в своей книге, Дмитрий Яковлевич как раз на историческом экскурсе показывает, да, что у нас такая, может быть, даже где-то хроническая отсталость с точки зрения исторической ретроспективы. Я не сказал бы, что там историческая отсталость, или если брать, например, там
не знаю, ту же Британию или Францию, что у них забегание вперед историческое. Это же не гонки на велосипедах там, или на автомобилях, или просто бег какой-то на длинную дистанцию. Вообще история – это не поезд, который идет по расписанию, по рельсам все время прямо в одну сторону. Ну, то есть причины вы какой-то конкретной не видите? Ну, нет, причин очень много. И главное. Они наслаивались все с историей. В каждой стране они наслаивались, в каждой стране были свои. Ну, у нас главное какая, по вашему мнению? У нас главное было, наверное, нужно начинать с Азов. И я думаю, что это Золотая Орда. И после этого нужно было собирать, вот собирал Иван III. И там, ну, конечно, с одной стороны еще была Орда, а с другой стороны были другие страны, которые тоже облизывались. Ну, все тогда были завоевателями, кто мог. Поэтому нужно было иметь крепкое войско. Ну, вот с тех пор действовал он методами Золотой Орды. Вот они и прижились. Вот мы пришли сегодня на презентацию новой книги Дмитрия Яковлевича Травина «Почему Россия отстала». Вот вы еще не читали эту книгу? Нет, не читала. А вот как бы вы это априори ответили вы на этот вопрос, почему Россия отстала? Ну, Россия всегда была догоняющей страной. В общем-то, переломным моментом, наверное, нужно искать совсем древней истории, наверное, это начинается. Александр Может быть, Невского. Это хроническое такое отставание? Нет, это, скорее всего, причина в том пути, который Россия избрала еще во времена Александра Невского и далее Ивана Грозного. В общем-то, поворот к востоку, а не к западу. Вот, в общем-то, не секрет, что Александр Невский был наместник монгольской. Орды. Ну, да, на Руси это. А что делать, если понятно, Запад нас не любит, все время хочет на нас с агрессией? Нет, это не совсем так. Не Он так. нам помогал и помогал в разные этапы истории. Мы просто этого не помним. И в конце 19 века Америка спасла нас от голода, и в 20-е годы, но, к сожалению, мы этого не помним. Вот. И спасла миллионы наших дедов и прадедов. Но все-таки почему отстала? И помогала нам в 90-е годы, между прочим. Но потом, видимо, махнула рукой уже, потому что опять мы свернули, к сожалению, не на тот путь. Почему все время сворачиваем не на тот путь или на тот? Почему все время сворачиваем? Почему все время сворачиваем? Вот мы пришли сегодня на презентацию книги Дравина. Почему Россия отстала? Как бы вы ответили на этот вопрос? Вы знаете, у меня есть представление, почему отстало. Ну, если кратко. Кратко, буквально. Это минутка. Она связана не столько с природой, это само собой, конечно, там климат и прочее. Она, отставание связано вот с чем. Россия оказалась своеобразной страной в том смысле, что в России никогда не было рабовладельческого строя, если отсчет берем от Киевской Руси. Там не было, там более-менее вечер, ну, само собой. А потом татаро-монголы, и так сказать, нас отодвинули и задвинули так далеко, что пришлось восстанавливаться уже, во-первых, с Москва, на основе Московии, так сказать, по лекалам ордынским. И самое-самое главное, что сугубо авторитарными, ну, преимущественно авторитарными, ну, ребята, Иван III, Иван Грозный, Петр I, Екатерина II. Скажите, а это хроническая болезнь у нас, отставание? Вы знаете, можно сказать так, но это не означает, что это кранты. Мы выберемся, потому что мы все прошли от края и до края. Значит, вот на этом историческом пути Александр II весьма-весьма характерная фигура. Ну, либерал. Ну и убили его. И убили. За реформы. За реформы. Но вот в чем беда-то. Он, одной рукой делая очень полезное дело, другой выпустил джина из бутылки. И 17-й год закономерно.
И теперь кончаю. 1917 и конец 80. 70 лет, все, приехали. А сейчас мы возвращаемся обратно. И дай Бог нам этот путь пройти эволюционно, так чтобы не скатиться опять к революции. По кругу ходим. По кругу ходим. Совершенно мы не покоряемся, ну, колебли, вот и до. Вот, нет, вот сейчас мы пошли в обратную сторону, дай Бог обойтись без больших потрясений. Все. Вот, а как бы вы ответили на вопрос, почему Россия отстала? Ну, очень сложный вопрос. Она отстала, потому что, может быть, религия здесь виновата. Православие. Не та религия была православных. Была бы протестантская, может быть, какая-нибудь христианство протестантское, а вот другие были бы установки. А вам не кажется, что это такая хроническая болезнь отставания России? Ну, хроническая в каком смысле? Что, ну, мы все время отстаем от... Все время. Что ли? Нет, все время отстаем от развитых стран. Ну, да, отстаем, конечно. Но это излечимо, я думаю, что это... А что нужно сделать, чтобы излечить? Информация нужна, как можно больше образования. Вот мы собрались сегодня на презентацию новой книги Яковлевича Травина «Почему Россия отстала». А как бы вы ответили на этот вопрос? На какой? Почему Россия отстала? А, вот так уже. Ваш ответ. Ну, наверное, двойной ответ. Наверное, не везет с руководством, первый ответ. Народ такой, не подготовлен еще. Мы не прошли того, что должны пройти. Как, например, Германия и другие. А у нас хроническое это отставание, болезнь или нет? Ну, я вот ответил на это. То есть у нас это в народе. Вот, и не везет кое в чем. Вот. Вот мы сегодня на презентацию новой книги Дмитрия Яковлевича Травина собрались. Почему Россия отстала? А как бы вы ответили на этот вопрос? Вы знаете, одним словом, бардак и раздолбайство. Ну, если использовать только нормативную лексику, не нормативную уже нельзя, правильно? А это хроническое у нас или все-таки излечимо? Вы знаете, я профессиональный историк, археолог. У меня вот есть такая версия, что со времен Рюрика, не знаю, наверное, может быть, опять ее все вот изнасиловали, постоянно насиловали. Потом опять независимость, потом опять монголы, татары опять изнасиловали. Потом московские князья переняли у них это самое, структуру власти. И вот тоталитарная система осталась и, к сожалению, восстанавливается сейчас. Но это моя вот точка зрения. Как бы вы ответили на вопрос, почему Россия отстала? Не знаю, мне кажется, что это какое-то историческое просто явление в плане того, что мы как-то были изначально далеки от центра развития, ну, то есть мирового. Там, ну, на 700 лет как бы исторически отстаем. Ну да, да, да. То есть, и поэтому мне кажется, что это нормальная, естественная историческая вещь. И мы всегда будем отставать. И вопрос, когда будет конвергенция, возможно, когда-то она будет. Но мы, мне кажется, мир движется ближе к этой конвергенции, но это только гипотеза. Вот мы собрались на обсуждение и презентацию книги «Почему Россия отстала» Дмитрия Яковлевича Травина. А как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, Дмитрию Яковлевичу понадобилось целую книгу написать, а вы хотите, чтобы я одной фразой... Ну, у вас написала. Есть какое-то свое суждение? Ну, оно не укладывается в одну фразу, это явно. Ну, учитывая нашу историю, учитывая нашу, вот, так сказать, хроноленту, то с самого начала понятно, что все процессы, которые мы проходим, они на 200-100 лет позже, чем в Европе. Может быть, это хорошо не идти в лидерах, а учитывать их ошибки. Если не наступать на те же самые грабли. Да. Да, но это не наш случай. Вот. А как бы вы ответили на вопрос, почему Россия отстала? Ну, наверное, тут я соглашусь с автором этой книги. Есть такое мнение, которое развито в другой книге, что Россия очень привержена такой теории особого пути. И вот этот особый путь, он слишком извилист. Он не такой уж прямой и кардинальный по сравнению с тем, которые прошли страны, ну, скажем, Западной Европы.
А не хроническое отставание у нас вот такое? Это сложно сказать, хроническое или нет. Это надо смотреть, наверное, в будущее не заглянешь, но, наверное, оптимизм все-таки есть. Хотя, тут, как говорится, сравниваешь с периодом обычной человеческой жизни, наверное, мы не догоним. Во-первых, отставание, ну, может быть, это не отставание, а, скажем, такое более постепенное развитие. Мы все-таки тоже развиваемся, да, но наш вот этот извилистый путь нас бросает из стороны в сторону. Значит, весь 20 век мы потратили на реализацию идей, которые в конечном итоге по большей части оказались утопическими, поэтому тратим очень много времени на развитие. А как бы вы ответили на вопрос, почему Россия отстала? Ну, я прежде всего пришел сюда для того, чтобы, может быть, действительно из этой книги почерпнуть ответ на этот вопрос. Но я думаю, что трудно мне определить каким-то нескольких тезисов. Думаю, что исторически, конечно, путь России и неудача многочисленных реформ, которые были на протяжении, можно сказать, 300 лет, да, точнее, очень быстро их стекание, так сказать, в рутину в обычную, может быть, в связи с этим, ну, либо тут ведь есть еще такая вещь, как, конечно, размеры и богатства нашей страны, которые иногда, как сказать, смягчают удары экономические и позволяют, в общем-то, жить в привычной такой достаточно спокойной атмосфере. А как бы вы ответили на вопрос, почему Россия отстала? Ну, во-первых, она отставала, так сказать, в 19 веке, а в 20-м она отстала, по моему мнению, потому что большевики пришли к власти. Хотя мы тогда были в лидерах. А? В лидерах были все-таки. Первый человек в космос, много было. Это отдельные успехи, а экономика же отстала, неработоспособная. И в 19-м. Она держалась на нефти и газик так же, как и сейчас, правда. Может быть, это хроническое отсталость у нас? Ну, тут я не знаю, но... Исторически. Это отдельные успехи, и когда огромная страна с огромными ресурсами на отдельных, как говорится, моментах достигает чего-то, не значит, что она достигает всему народу, пользу приносит. Ну так почему отстала? Почему она рухнула-то? Просто сплошной дефицит был. В 91 году народ просто обалдел от того, что происходило. Выходили все, кто только мог. Дефицит погубил страну. А он связан с коммунизмом и большевизмом автоматически. То есть с идеологией? Да. Идеология? Да, идеология. Экономика была идеологической, а не такой, какой должна быть. А как бы вы ответили на вопрос, почему Россия отстала? Ну, я считаю, что я очень люблю наш народ, и я демократ, и я не менял своих взглядов, но я считаю, что обвинять наш народ нельзя, но целый ряд качеств народа тоже сыграл свою роль. Во-вторых, будем говорить, крепостное право, потом крепостное право большевиков. Да, была модернизация при Петре, да, какими темпами, с какими жертвами в топку паровоза, но была модернизация при Сталине, этого никто отрицать не будет. Но сколько это стоило, сколько людей уничтожили. И Россия, которая не всегда могла открыться перед всем миром и показать себя, и, грубо говоря, заставить себя уважать. Опять-таки, я не за то, что все буквально будут нас обнимать и целовать. В мире есть конкуренция. Извините, многие западники ставили на большевиков против белых, потому что белые говорили о единой и неделимой, а эти заигрывали с национальными лозунгами. А как вы считаете, вот это отставание России не хроническое? Очень много. К сожалению, во многом оно хроническое. К тому же, объективно будем говорить, большой разрыв между элитой и народом. И третье, может быть, такое не политическое, но очень важное, это то, что у нас низкий общий образовательный уровень народа. Вот при Брежневе все стали получать бумажки о высшем образовании,
школьное образование перестало давать путевку в жизнь, вот, но мы не достигли какого-то уровня в результате вот ситуации с прививками. Вот, когда да. Действительно вне политически, вне каких-то идеологических, религиозных взглядов, создавая ситуации, надо принять решение, которое, в общем, принимается во всем мире, люди не могут на это пойти, потому что коррелируется с другими обманами, которые мы видели и видим в разных вариантах везде. Понимаете? И в результате возникают, как говорится, со стороны ярых сталинистов возникает движение «Мы не будем вакцинироваться». Но разве это уже не абсурд? Они бы хоть сообразили, если бы это было при Сталине, просто давно бы уже это все было за руки и за ноги таскать. Вот мы собрались на презентацию новой книги Дмитрия Яковлевича Травина «Почему Россия отстала». Вот как бы вы лично ответили на этот вопрос? Ну, во-первых, я не согласна с термином «отстала». Я считаю, что просто мы находимся на другой стадии. И если мы сравниваем себя не с современными Соединенными Штатами или Францией, или Германией, а сравниваем с ними же, ну, скажем, лет 30-40 назад, то мы вообще-то большой разницы не видим. И примеры таких вполне сегодня европейских стран, как Испания, Португалия, довольно много нам говорят, что никакая страна не гарантирована, не застрахована от любых эксцессов. И это совершенно ничего не говорит о том, что в будущем они не способны стать вполне успешными. И молодые люди даже не будут знать, что когда-то в прошлом у них были вот такие опыты отсталости, экономического отставания, презрения со стороны более демократичных соседей и так далее, и так далее. Так что моя гипотеза, что достаточно нескольких лет, и вполне возможно, что Россия и новое поколение жителей страны и не вспомнит о том, что такое Россия отстала. Вот как бы вы лично ответили на вопрос, почему Россия отстала? Ну, мне кажется, что Россия отстала, потому что не были проведены необходимые реформы, когда к ним были все предпосылки их сделать. То есть, когда сумма непринятых или полупринятых мер, то есть... Но это не хроническая болезнь, это отставание? Я думаю, что это можно исправить, конечно. Я думаю, что это не наш крест, который мы несем. А как вам кажется, почему Россия отстала вот, в вопросах вакцинации населения? Потому что, наверное, народ утратил доверие государству, и поэтому какие-то уговоры государство о том, что нужно прививаться, они не действуют, потому что люди не верят в то, что вакцина работает. А как вы относитесь вот к Вадиму, к доступу, пропуску, к QR-кодам? Я все-таки отношусь к нему отрицательно. Мне кажется, что разделять людей на привитых, непривитых и в соответствии с этим давать им разные права, это все-таки не совсем правильный подход. Есть, ну вот, если кто-то подготовил вопросы, то давайте мы с них сразу и начнем. Можно прошу вас. Да. Просто большое внимание уделяете центр периферии, так, вот, да, четко разделяют. Ну, примеры периферии Сингапура. Периферии из периферии, уж как бы дальше некуда. Угу. Почему процветает? Да, да, спасибо. Значит, смотрите, вопрос связан с третьей главой моей книги. Ну, поскольку большая часть, понятно, книгу только приобрело и еще не читала, то я кратко поясню, в чем смысл вопроса. Третья глава посвящена тому, как развивалась Европа и Россия на европейском фоне, вот исторически, позднее Средневековье, начало нового времени. И я там показываю на большом числе фактов, которые мне удалось собрать, каким образом так получилось, что в Европе выделились какие-то ключевые регионы, которые развивались быстро, и регионы, которые сильно отставали от центра. Почему, скажем, в Северной Италии или в Нидерландах возникли импульсы к быстрому экономическому развитию,
И как эти импульсы передавались от одной страны к другой? Там показано, что в давние времена, о которых там идет речь, отставание периферии европейской от центра было общим. Я показываю, почему Россия отставала, но одновременно показываю, почему, скажем, скандинавские страны отставали, Балканы отставали, там Шотландия отставала, Ирландия отставала. То есть проблемы экономической отсталости России, которые накапливались на протяжении долгого времени, были не только российские. Допустим, Новгород, который экспортировал в Германию меха и воск, он был ничуть не в худшем отношении, чем норвежский Берген, который экспортировал меха и рыбу. Но сегодня, если мы сравним Новгород и Берген, ну, я бывал и в том городе, и в другом, контраст, конечно, колоссальный. Отсюда вывод. Проблемы отставания и лидерства для разных стран определяются не только длительной историей, не только длительным историческим путем, но и многими обстоятельствами, которые были привнесены в более позднее время. Скажем, вот у меня в Центре исследований модернизации мой коллега Дмитрий Александрович Ланько, который здесь был, но, кажется, ушел, уже много лет занимается анализом экономического развития Финляндии в 19-20 веках. Он показывает, что, скажем, в 19 веке Финляндия находилась, в общем, не в лучшем положении, чем Россия. А потом, в силу определенных причин, начала быстро, динамично развиваться, и мы сегодня уже отстаем от Финляндии. С Норвегией похожая ситуация. То есть проблема отсталости скапливается из комплекса обстоятельств. С одной стороны, это длительное отставание, которое накапливалось на протяжении веков. Вот об этом вы в книге подробнейшим образом прочтете. Эта книга вот детально посвящена тому, по каким причинам Россия отставала с давних веков, а по каким она не отставала, вот где там есть мифы различные. Сейчас о мифах, кстати, тоже скажу. А есть комплекс проблем, связанных с тем, как разные страны расходятся в последнее время. Вот почему, допустим, Россия отстает от Финляндии. Это отдельная проблема. Частично я на нее буду отвечать в своих будущих книгах, частично на нее отвечают мои коллеги, вот тот же Дмитрий Александрович Ланько, он должен завершить свою книгу о Финляндии через год, и я думаю, через пару лет мы ее издадим. Так что вот можно будет познакомиться с подробным анализом этой страны. Там, кто не хочет ждать два года, у нас на сайте Европейского университета выложены препринты докладов и моих коллег, можно читать неограниченно припринты этих докладов. Их просто надо найти на сайте, в материалах Центра исследований модернизации. Вот, так что проблема отсталости – это сложная комплексная проблема. И вот, допустим, Финляндия с одной стороны и Сингапур с другой стороны, о котором вы упомянули, решали эти проблемы в 20 веке. Какие-то страны решали их раньше. Какие-то страны были очень развитыми в средние века, потом стали отставать. Вот еще один проект, который мы делали в нашем центре, но я не знаю, будет ли он завершен, к сожалению, коллега очень занят другой работой, он пытался исследовать Португалию на протяжении долгого времени. Португалия – это одна из самых динамичных стран в начале нового времени. Великие географические открытия, очень хорошее развитие экономики, а потом деградация. То есть Португалия сегодня из стран Евросоюза, но одна из наименее развитых. То есть вот это тоже интереснейшая проблема. Вот, собственно, этим мы занимаемся в нашем Центре исследований и модернизации, пытаемся анализировать это в разных книгах разными авторами. По поводу второй главы вот этой моей книги. Хорошо, что мне сейчас один из читателей принес книгу Андрея Павловича Заостровцева, моего коллеги и друга, и я сразу вспомнил, что об этом нужно сказать. Мы в Центре исследований модернизации много лет с Заостровцевым, профессором Высшей школы экономики, ведем дискуссию о причинах отсталости. Вся вторая глава вот этой книги, которую вы сейчас купили, выросла из нашей с ним многолетней полемики. Если бы ее не было, здесь не было бы вот этой главы.
Но Заостровцев со мной постоянно спорил, отстаивал другую концепцию, которую я считаю совершенно неверной. Но тем не менее мы в Центре исследований модернизации поощряли Андрея Павловича писать, аргументировать, доказывать. И год назад вышла его монография у нас в Центре. Она тоже сейчас продается, и тот, кто хочет сравнить два подхода, Травина и Заостровцева, может купить монографию Заостровцева, увидеть там критику моей концепции, а во второй главе этой книги вы увидите критику, мою критику концепции Заостровцева. И моя критика его концепции содержится также в предыдущей книге, которая вот эту мою книгу предваряет, «Особый путь России от Достоевского до Кончаловского». Там целый раздел посвящен критике Заостровцева. Так что вы можете купить разные книги и сравнить наши подходы. В этом смысле, мне кажется, мы создали уникальный в России исследовательский центр, где разные концепции, противоречащие друг другу, в равной мере развиваются. То есть мы создаем возможность разным авторам исследовать разные подходы. Вот передо мной сидит Павел Усанов, он сейчас завершает свою монографию о модернизации Соединенных Штатов Америки. Я надеюсь, книга через год, через год выйдет. А после этого, я не буду все тайны раскрывать, надеюсь, Павел начнет новую книгу, в которой будет еще одна попытка создания концепции модернизации, которая, может быть, будет с моей спорить, может будет пересекаться, это я еще не знаю, как получится. Так что вот так вот мы работаем. Да, ваш вопрос. Я начну с такой маленькой критики. Я Леонардо успел посмотреть, у вас даже не красной нитью, а таким красным пунктиром проходит тема соотношения силы права и права силы. Вот. Но как-то у вас это не системно, и у меня не создалось впечатление, что вы главную роль отводите правовому регулированию. Так вы же не прочли еще. Я по диагонали посмотрел. Вот. У меня все-таки впечатление, что у вас больше эконом-географический, чем правовой подход. Спасибо. Смотрите, картина такая. В принципе, я вот в 19 часов, наверное, об этом... сейчас скажу, ладно. Вот как раз вторая глава нашей полемики, где наша полемика с Заостровцем, посвящена ответу на этот вопрос. Мы с Андреем Павловичем оба сходимся во взгляде, что право определяет возможность развития экономики и политических институтов. То есть, если собственность не защищена, если права человека не защищены, то нет нормального развития. В этом мы сходимся, и во второй главе я об этом говорю подробно. Но мы с ним расходимся в следующем. Заостровцев считает, что есть две цивилизации, западная и восточная. В западной всегда права были защищены, в восточной они всегда не защищены и дальше не будут защищены. Я во второй главе показываю, что Заостровцев не прав, привожу множество фактов, просто огромное количество фактов, показывающих, что успех западноевропейских стран связан не с тем, что там права человека были всегда защищены. Они были точно так же не защищены, как и у нас в прошлом. Но в определенный момент разные западные страны смогли провести разумные реформы, изменить те институты, или как в науке называют, институты – это правила игры, правила, по которым выстраивается экономика и политика. Вот они смогли в какой-то момент изменить институт, и тогда в западных странах начался быстрый экономический рост, а потом и возникла демократия. В тех странах, где этого не сделали, вот и возникло отставание, не только в России, естественно. Так что я огромное внимание уделяю правовым вопросам, но вот в интерпретации их мы расходимся с Заостровцем. Вы упомянули Финляндию. Да. Мне пришлось работать у финнов в качестве геодезиста. И у меня в ВКонтакте было записано, что у меня отдельное помещение для инструментов и для моей работы. У начальника стройки не было своего кабинета, и в течение 3 лет, пока я работал, он пытался меня из этого кабинета выставить. Но финский начальник разводил руками и говорил: «Контракти!» Понятно, да. Хорошо. Так, давайте Яков, да, а потом, наверное, я потом все-таки уже начну общий рассказ в таком порядке, да. В третьей главе вы подробно пишете, что это одно из условий процветания Северной Италии всего этого, было конфликт папства с императором, да.
и вообще наличие папства как такового. Меня очень впечатлил пример, что десятина доходила из Гренландии того, вспоминается до Рима. Это я, честно говоря, обалдел. Причем не в монетизированной форме, а в виде шкур и этих самых бивней. Там. Да. Так вот, отставание России, почему Россия отстала, то это как раз из-за православия, которое не имело такого центра. И, в общем-то, не было десятины. Ни в Константинополе ее не было, ни в Москве не было. И вот как-то вот это вот... Да, смотрите, хороший вопрос. Значит, ведется очень много споров о том, является ли причиной отставания России, ну а также Украины. Так, друзья, телефоны отключите, пожалуйста, мешает. Является ли причиной отставания России, Украины, там Беларуси, Грузии и так далее, наша конфессия, православие. Если кратко, мой ответ такой. Концептуально нет. То есть в православии нет чего-то такого, как бы вот таких догм религиозных, которые бы не были заложены в католичество и вот определяли бы то, что у нас вот явно хуже что-то. У протестантизма есть некоторые плюсы, о чем писал Макс Вебер, но это отдельная тема, сейчас не затрагиваю ее. Вот, а в чем действительно была проблема, связанная с развитием католических и православных стран? Вот откуда отставание вырастало? Католики считали нас еретиками, мы считали католиков еретиками. Поэтому внутри католического мира со времен Великой Схизмы с XI века, внутри католического мира интеллектуальные достижения, новые знания могли довольно свободно передаваться из университета в университет. Различные европейцы учились, скажем, в университетах Северной Италии. Вот если кто-то был в Польше, в таком замечательном городке Восточной Польши, который называется Замость, он мог обнаружить, что этот городок практически итальянский. Его построил коронный канцлер Замойский, который в молодости учился в Падуанском университете и вынес оттуда гуманистические знания и в том числе интерес к итальянской культуре, итальянской архитектуре. И вот в Западной Европе, в католическом мире, эти знания передавались от одной страны к другой. Ну, конечно, постепенно затухая куда-нибудь там к востоку, к северу или в сторону Балкан. А на границе католического и православного мира все останавливалось. Даже прогрессивные русские князья и бояре 17 века не могли свободно брать себе учителей из числа католических монахов. Не могли брать себе профессоров западных университетов. Это рассматривалось как ересь. И только при Петре I вот это было преодолено. Вот. Но это как бы уже следующие темы, о которых надо говорить отдельно. Но вот это вот то, что мы их считали еретиками, а не нас, конечно, создавало серьезный барьер в развитии для православного мира, потому что в католическом мире было много университетов, где распространялись знания, а в 17 веке на Западе просто произошла научная революция, которая в Россию пришла, на русские земли пришла, конечно, гораздо позже. Вот. Так что граница создавала проблемы, но само по себе православие, с моей точки зрения, не создает какой-то проблемы в сравнении с католическим миром. Так, друзья, значит...